Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и да, вы просите, и я читаю комментарии, я слышу, и все-таки дошли руки, будем сегодня играть в Monster Legend и качать нового монстрика. Это у нас Крисандр, легендарный монстр магии. Где я его получил? Неделечку назад примерно шла вот эта акция, где нужно было вывести... в общем-то, акция по скрещиванию каких-то монстров. Так, ну уже не могу сказать, что это было, потому что я уже заменил свои комбинации. Давайте будем, в общем-то, разбираться, что это за дракон. Дракон, что это за монстр. Так, что больше некуда тебя разместить. Вот, давайте сюда разместим. Повелитель мечей, да? Сейчас мы почитаем, что это за монстр. ...438 монстр в коллекции. И читаем. Так, Крисандр была рабыня. Это она была рабыней до тех пор, пока ее гнев не стал настолько сильным, что дал ей магическую силу, позволившую освободиться от своих цепей, одолеть своего властителя и вызволить всех остальных рабов из-под гнета. Затем она призвала к себе Имур, легендарный меч, который и служит ей с тех самых пор. Так, больше 1001 ночи суперка называет, исцеляет на 100%, накладывает эффект одержимости на команду противника. О, шикарная суперка, шикарная суперка. Так, вот наша красавица, но перед этим давайте мы вернемся вот сюда, ребятки. Это в сайт mlfall.ru, и здесь есть такой вот топ легендарных монстров. И в разделе магия у нас есть вот эти вот две колоночки, это говорят... Просто хорошие легендарные монстры, дэмэдж дилеры в этой колодочке. А здесь у нас хорошие монстры контроля. Так, ну, как видим, Крисандра находится и в дэмэдж дилерах, и в контроле. То есть, ну, мы будем ее качать все-таки на дэмэдж дилера. Потому что по магии у меня есть контроль, тот же Egg Eater, есть у меня Мистер Scratch. Будем все-таки качать на damage. То есть она не относится к топовым, потому что в топе у нас Лёнин, трехглавый, трехстихийный монстр. И это по damage, а по контролю у нас Dungeon Master. Есть такая, кстати, была старая игра, очень, очень хардкорная. Но я в нее даже не играл. Так, и давайте будем читать. Точнее, так, я ее уже выбрал. Да, выбрал легендарный монстрик. Соточка, слабый против, естественно, природы. 10% шанс на суперку, и давайте смотреть. Так, Имар, наверное, все-таки это у нас что-то такое восточное. Имар, Имарск будем называть, то есть когти Имара, вот так вот можно сказать. Клау, это, по-моему, когти Кло. Так, сила 35, неинтересно. Так, защита семьи, мультик по всем. Убирать негатив союзников, да? Да, по союзникам. Так, Sandy Punishment. Ну, в общем, какая-то песчаная взбучка. Магический урон, без ничего, неинтересно. Группа 2. Дух Имара, 55, специальный урон и кровотечение одному противнику. Так, Null Adventure, какие-то нулевые приключения, 45, снимает все позитивные эффекты с врагов. С врага одного. Так, Карс Клинер какой-то, 60, то есть довольно сильный удар, специальный, легендарный, и снимает все негативные эффекты со всей своей команды, то есть бьет одного, но снимает со всех. Так, дальше. Так, курс Имара, направление, да, мультик по всем, 45, специальный урон по всем целям, кровотечение всем врагам и снимает все негативные эффекты. То есть вот это точно будем брать. Так, Time Breaker, то есть, ну, взламыватель времени. Тяжелый магический удар, да, сила 65. И делает перезарядку, как у Таймериона. То есть все враги, все удары у них перезаряжаются. Ну, это, точнее, по одному. Ну, неплохой удар. Но сила 65 стоит брать. Lovely Touch, так, любовное прикосновение. Мультик по всем. Сила 40. И паралич. Паралич по всем. Ух ты. Ну вот все равно вот это стоит брать. Вот так, вот так, вот так. Ну давайте сейчас будем смотреть, что нам тут рекомендуют.
Так. Ну, я так понимаю, здесь удары для всех одинаковые, это меня радует, но зависит от того, кем вы его хотите видеть, либо damage дилером, либо контролем, это все только зависит от рун, которые вы ему поставите. Так, очиститель проклятий. Вот 60 по одному, снимает отрицательные эффекты союзника. Дальше, проклятие Имара. 40 по всем, кровотечение снимает положительные эффекты с врага. Так, прерыватель времени, ну, брейкер, ну, это, да, взламыватель времени, ну, ладно, пусть будет так, прерыватель времени, активирует перезарядку всех умений противника, 65 сила удара, и прекрасное прикосновение, это у нас с параличом по всем, отлично, так, так, стоять, отлично, я, конечно, красавчик. Но мне же эти удары нужно записать. Так, как-то так набросал коротко. Может, вспомню, что я тут написал. Так, 10 лямов еды, погнали. Коготь. Так, то есть я перевел правильно. Коготь, клоу. Так, семейный защитник, нам это не интересно, но на всякий случай поставим. Так, нулевое преимущество. Туда же. Так, вот мы доходим уже до наших нужных ударов. Дух. Дух Имара, ну, не надо, но давайте его так себе поставим. Так, прекрасное прикосновение. Это мультик по всем. Берем. С параличом. Это классный удар. Люблю такие удары. Так, проклятие Имара. Да, не, тоже давай. Берем. Вроде бы был такой у нас удар. Так, нулевое преимущество нет. Прерыватель времени. Такой у нас удар точно есть. Наказание песком был такой еще удар. Так, а мы ищем очиститель, да, какой-то. Очиститель проклятий. Да, ну, в общем-то, мы нашли все нужные нам удары. И так, и так, и так, и так. Тогда что мы делаем? Поставим какую-то рунку. Рунку на силу, кстати, это хороший там монстр. Рунку на силу ему хотя бы поставить бы. Четвертую хотя бы поставим. Какую-то рунку бы на скорость, ну, хотя бы какую-нибудь. Третью. Ну вот так вот и пойдем. Так, магия, магия, магия. Ух ты, танец живота. Умеешь танцевать? Так, Зоря. Зоря. Зоря ее зовут. Как коровку. Коровка, Зорька. Блин, ну смотрите, как Апекс красиво нарисован, и как плохо прорисована Киридар и Крисандра. Так, давайте сейчас искать битву, какая у нас есть, какая нам подходит. Так, здесь условия нам не подходят. Здесь вот металл. Вот сюда, думаю, можно и зайти. Вот сюда пойдем. Подземелье чудищ. Так, у нас все-таки... Ну, и дэмэдж, и контроль. А, там были только рекомендованные. Отлично. Давайте сейчас возьмем тогда... Маджику возьмем. Есть Вокер у нас. Ну давайте чисто так. По магии сейчас прогуляемся. Давайте Молора возьмем.
Так, кто ходит? Мы ходим. Всем паралич, конечно же. Так, ну у нас один неуязвим, а по одному получился промах. Так. Так, а что у тебя есть? Молар. Кровотечение есть. Ну, ну, Отрицательное воздействие на всех врагов. Ну что это такое? Ага, случайный отрицательный эффект. Ну, отлично. Так. Сильные удары. Сильные удары. Отнимают у цели 20% энергии. Это маловато. О, паралич. Вот тебя тогда давай. А, ё-моё, у него стойкость к параличу. Ну ладно. Так, удар номер 2. Всем кровотечение. Сню, что ли, всем. Шикардос. Так, разобрались. Так, ну, в общем-то, мы уже победили. Суперку Крисандр бы еще увидеть, и было бы хорошо. Так, сильный урон и перезарядка умений. Ну, пока что мы этого не оценили. Промах. Кто бы сомневался. Это были исчадия ада. И погнали дальше. Меняем, давайте, команду. Меняем. Что у нас еще есть по магии? Давайте возьмем Гречен и давайте возьмем из магии Эгитера. Так, Эгитер, наверное, ходит первым. Давайте попробуем начать с его, пусть будет одержимость. На всех сработало, вообще шикарно. Кровотечение всем. Мечи. Имары. Вообще шикарно, мы тут сработали. Зеркало нам сейчас не нужно. Полураспад, ну пусть будет полураспад. Так, слоник — это индийский какое-то божество. 100%. А почему это он атаковал Эгитера? И какой-то случайный отрицательный эффект, да? Слепота. На Банитакор, да, по-моему, напала. Так, что у нас теперь? Давайте поджигание и слепота. Слепота блокирована, поджигание сработало. И паралич всем. Так, кому-то регенерация надо, никому не надо. Средний щит, ну пусть будет. Так, самоуничтожилось. Давайте пропустим. И снимает все отрицательные эффекты с союзника. Так. А эффект какой-то должен был быть. Эффекта не последовало. Ладно, пусть доиграет сама уже как-то. Вот и все. Ну что, ребятки, еще один боечек, да? И на этом закончим. Так, сменим команду. Так, Гречен уберем. У нас, по-моему... А давайте Тишира возьмем. Просто так. У него есть рунка командная. Вот так вот.
Вообще слепота ни на кого не напала. Офигеть просто. Ну хоть паралич по всем, это уже хорошо. Чешир ходит, кстати, довольно-таки шустро. Так, оглушение. Всем кошмары, прикольный удар. Всем одержимость, пока что не интересно. Ну давайте всем кошмар. Ну всем одержимость. Практически. Всем кровотечение. Люблю массовые удары. Добей себя сама. Нормалек, увеличенный урон. Было забавно. Промах. И последний удар нанесла Крисандра. Вот такой вот, в общем-то, был монстрик. Довольно хороший. Мне понравилось. Это барышня, этот монстр. Теперь у нас пополнились ряды дэмэдж дилеров среди представителей магии. Так что, в принципе, будет попадаться, ребятки, можете взять. Но знайте, что это не топ, это просто хороший легендарный монстр. А на этом все. С вами был Александр. До скорых встреч. Всем пока.